Дорога – зона повышенной опасности, и даже если мы говорим об экологии. Отслужившие свое шины относятся к отходам 4 класса. Их захоронение на полигонах запрещено. Единственный способ утилизации – переработка на специальных предприятиях. Именно поэтому в Подмосковье проходит акция «Шина». В рамках мероприятия создают площадки для приема утильных автопокрышек. Осенне-зимний этап акции начался 15 ноября и продлится один месяц, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области. Разложение выброшенных автопокрышек ведет к накоплению в почве тяжелых металлов и других загрязняющих веществ, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Все больше людей понимают опасность этого и охотно присоединяются к акции. В прошлом году в Подмосковье были организованы 64 площадки. Удалось собрать около 7900 тонн старых шин, сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин. Программа позволяет уменьшить экологический вред от несанкционированных свалок шин и снизить бюджетные расходы на их ликвидацию. В специальных пунктах принимают любые покрышки диаметром до 2000 мм. В мытищах бесплатно сдать отслужившие покрышки можно по двум адресам. Улица Коминтерна, дом 25 и улица Станционная, дом 2А. Режим работы пунктов приема с 8 утра до 8 часов вечера.